Привет, друзья! Вам неожиданно видеть меня на этом канале, но сегодня мы в бордшопе в Сквот, в торговом центре «Хорошо», и нам тут будет хорошо для вас собрать крузер. Клевый крузер, потому что не все делают трюки, некоторые любят крузить, поэтому пойдем сюда и соберем для вас дощечку такую широкую, с мягкими большими колесами, чтобы вам было удобно ездить. На самом деле на ней можно делать трюки, но вы, наверное, не будете делать трюки, но мне офигенно на таких досках делать трюки, но типа это для вас, поэтому пойдемте посмотрим, что мы можем выбрать для вас, чтобы вы могли гонять по всем дорогам России, вот типа прям вообще по всем, типа вот в тайге, хоть даже по плиточке. Так. Крузаки и всякая ширь у нас вот здесь. Типа я здесь был пару раз, я знаю, она вот здесь. Вот. Я не буду врать, я уже давно посмотрел для вас хороший бюджетный аппарат. Вот она. 9,5 с ореликом, сквотовский крузак. У них были крузаки поуже, но нам нужен прям хардкор крузер. Вот, это 9,5, на самом деле на таком вообще делать трюки изи. Типа вообще на изи. Это очень клевая тема. Я такие флипую на раз. И это, блин, на самом деле для меня это удобнее. Типа некоторые говорят, мол, узкие деки для флипов. Ну, не знаю, для меня чем шире, тем лучше флипуется. Кто видел 11-дюймовую деку у меня, тот не даст соврать, что это факт. Вот. Но к этой красоте, как ни странно, нужно подобрать еще кучу всего. Пойдемте за траками. Пока положим это. Так. Здесь у нас, не знаю, здесь все узкое для маленьких дечек, для детей. Так, давайте здесь посмотрим. Вот, здесь много всякого широкого. Индепенденты всякие для зажиточных крестьян. Мы возьмем вот такие вот трачки Ace. Они явно офигеть какие широкие. Вот. Так, идем дальше. Что у нас еще? Подшипники. Так, здесь у нас подшипнички. Так, нужно что-то, чтобы прям по бездорожью фигачило. Так. Оп. Не могу достать. Вот оно. Swiss Bearings. Andel. Как это произносится? Andel. Сложно. Сложно, но говорят хорошее. Я верю людям. А вы верьте мне. Так, колеса. Так, это пока. Пока здесь. Колеса. Да, действительно. Так, колес очень много. Разобраться в этом очень сложно. Но мы люди прошаренные. Мы пару раз видели видосики на ютубе, где все объяснялось. Так вот. Это маловато, но зато типа мягкие. Нам нужны помягче. Мы на самом деле возьмем что-то, что было рождено для крузинга, типа вот прям вот с пеленок. Нет, это великоватый. Вот, это у нас 78А, то есть они мягкие, просто я не знаю, как подушка. 55 миллиметров, типа они не очень большие. Типа если вдруг вы захотите сделать там олли, я не знаю, чтобы вам было не слишком сложно. На самом деле колеса клевые, мягкие для езды, типа, блин, прикольно. Я бы себе тоже такой собрал, но не в этот раз. Все для вас. Так, колеса есть. Дальше болты. Болты. Найджи, это слишком попсово. Independent тоже не то. Надо вот прям, чтобы было все уникально и светилось. Броболт. Вот прям, чтобы было видно издалека. Голубенько-розовенькие. Вот, нормальная тема. Так, поставочки. Hard, soft. Возьмем soft. Нет, возьмем hard. Я наврал опять. Потому что колеса у нас мягкие, проставки будут жесткие. Чтобы колеса не вилбайтились. Так. Модель проставки, модель колеса, подшипники, болты. Шкура. Погнали за шкурой. Так. Здесь мы не будем прям вот слишком, мы возьмем хорошую шкурку Mob Grip от Сквот, ну то есть Сквот от Mob Grip. Так,
И поскольку дечка у нас немного широкая, типа обычно шкурки 9 дюймов, а дечка 9,5, поэтому там по краям могут быть небольшие зазоры. Поэтому возьмем две шкурки для вас, чтобы вы могли налепить их как хотели, чтобы у вас типа могло быть без зазоров, могло быть запасная, я не знаю. Короче, делайте как хотите, две шкурки. Гуляем, короче, сегодня. Вот, погнали. Короче, мы собрали для вас крузачок. Ну, как собрали? Фактически собрали. Вы сами должны научиться его собирать. Так вот, мы собрали крузак, который стоит почти 15 косарей. То есть вот это все дело, вот это богатство и красота стоит почти 15-ку. И, то есть, сомневаться в том, что это топовый крузак, у нас нет причин. Две шкуры, чтобы любую конфигурацию налепить. Так. Топовые подвесочки Ace, которые поворачивают просто невероятно, типа лучше индиков, лучше всего они рулят, поэтому мы именно их поставили на этот, ну, поставили на этот крузачок. Так вот, подвесочки топовые. Колесики, как я уже говорил, для любых поверхностей мягкие, приятные, типа не самые большие, поэтому вы можете их выкачать, вам будет не тяжело, это возможно, ну, поверьте мне. Мини Super Juice колесики OJ3. Типа топовые, я бы такие взял, для меня это слишком дорого, все для вас. Тронул микрофон. Для меня это слишком дорого, все для вас. Хорошие, не самые дорогие, как раз вот самый вот доступный для народа подшипники, но отлично, который катит как раз для крузачков, поэтому болты, как я уже говорил, проставочки, чтобы не вилбайкить, чтобы ехать и ничего, ни о чем не думать. И, конечно же, крузачок 9,5, который я говорил, на нем можно делать трюканы, на нем можно в пули просто вкатывать. И я рекомендую вам действительно пробовать, потому что, ну, типа, это не стандартная трюковая дека. Но, блин, ну мне на таких вещах даже приятнее делать трюканы, потому что, блин, я не знаю, такое ощущение, как будто ты на корабле делаешь трюканы, на корабле едешь, делаешь трюканы, и это клево. Поэтому я вам рекомендую подписаться на канал, поставить комментарий, поставить лайк, вот, и сделать репост этого видоса в ВК. И тогда, через пару недель, мы разыграем вот это все добро, то есть, по сути, крузачок в разобранном виде, мы разыграем его среди вас, среди репостнувших, лайкнувших, подписавшихся и оставивших комментарий. Мы это дело разыграем, и вы выиграете отличный крузачок, который будет служить вам, поверьте мне, долгие годы. Типа, это дека не на один сезон, это дека надолго. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делайте все, что я сказал, и у вас будет клевый топовый крузачок. А если вы не хотите доверять просто удаче, не хотите вот эту вот слепую русскую рулетку играть, заходите, берите, здесь все есть для того, чтобы крузить, катать, падать и вставать, и все будет хорошо. Скейтбординг в массе, спасибо, что смотрите, обязательно подписывайтесь, все делайте, и тогда будет больше, больше и больше. Спасибо.